Мне кажется, сегодня выполнили полностью тренерскую установку. У нас не было права на ошибку. Выходили как на последний бой. Все ребята старались, бились. Спасибо им за это. Рафаэль, ну как установка на игру отличалась от вчерашнего матча? Все-таки ситуация изменилась? Да, изменилась. Сразу с самого утра у нас тренер начал нагнетать на лидеров. Он хотел как-то, чтобы мы собрались, хладнокровнее использовали свои моменты. И я думаю, сегодня полностью справились своей работой. А в чем вот была разница? Потому что вчера Александр Юрьевич говорил, что ругаться и топтать больше не будет ногами. Собственно говоря, как сами настраивали команду? Как ты, как капитан, подходил к своим коллегам, напарникам? Ну, в основном я всегда настраивал команду только на победу, только не проиграть. Выходить, и каждый свою работу должен выполнять. Это наш хлеб. Это то же самое, как и люди на заводах работают там месяцами. А мы играем в свое удовольствие и зарабатываем на этом деньги. То же самое. Хорошо, смотри, вот вчера три шайбы ждали все 60 минут. Сегодня шайб 7. Как так? Ну, я говорю, сегодня просто мы вчера авто перебросали в два раза. Сегодня то же самое у нас сложилось, и просто удачно сложилось то, что у Пашки Порядина первый гол засчитали, и все. И там уже на такой волне мы полетели. И как бы сегодня авто нам... они даже не сопротивлялись сегодня. Сегодня было все в наших руках. Спасибо трибунам. При такой поддержке очень хорошо играть. Спасибо им за это. Рафаэль, все-таки после первого периода не было предчувствия дежавю, что повторится вчерашняя ситуация? Я пацанов настраивал то, что... Авто катались на разминке, улыбались, и мы за это их наказали. Надеюсь, в Екатеринбурге мы повторим победную серию, чтобы сюда не возвращаться. Но все-таки 3-1 мы возьмем серию? Не знаю, как Бог даст, так и будет.